продукт. Жидкость гидроусилителя руля Ford DPPS. Производитель Deutsche Pentosin. Базовое масло Fuchs. Гидрохекинговая полусинтетика плюс пау-пакет. Особенности. Высокоэффективная гидравлическая жидкость зеленого цвета, разработана специально для применения в гидравлических усилителях рулевого управления автомобилей Ford, где заводом-производителем автомобиля предписано применять жидкость с спецификацией WSS-M2C204A2. Температура застывания минус 50 градусов. Рекомендуем интервал замены 40 тысяч километров или 2 года. Отличие упаковки оригинала. На задней части канистры есть трехстраничный паспорт безопасности продукта. Ссылки на дополнительные материалы по продукту, а также СДС в описании к этому видео.